Запись пошла. Да, запись пошла, и инициализация полета, вот, да, и мы смотрим, чтобы ничего не сгорело. В этот раз мы стараемся не допустить досадных промахов, которые... Хотя паленым пахнет. А, первый полет. О, да. Очень красиво, когда вертолет попадает лопастями на солнце. А, старт вертолета 450 размера. А, вертолет только-только набирает свои обороты и готов уже оторваться от стартовой площадки. Вот мы видим маленькое медленное отрывание вертолета. Очень осторожно пилотирует его Александр Морозов. Слышно даже небольшой шум. Если бы вы тут находились рядом, вы бы даже слушали, чувствовали завихрение ветра. Ветер сейчас идет от роторов этой машины. Ветер сейчас, наверное, пойдет медленный поворот по кругу. Медленный очень поворот по кругу пойдет. Вот машина еще пока только тестируется. Вот сейчас был пируэт на 360 градусов. Обратите внимание, как медленно и осторожно действует Александр, чтобы не повредить вертолет. Хотя пилот уже опытный, летает он довольно неплохо. Мерка такого пространства. Вот обратите внимание, пируэты и зависание кабиной к лицу пилота. В таких условиях это довольно сложно. Вертолет висит уже очень долго. Медленно, но верно. Вертолет принимает позицию хвостом сзади пилота. И сейчас, наверное, будут продемонстрированы круги. Вот такие маленькие, аккуратные, очень круги. Вот сейчас вертолет немного увеличивает скорость. И в маленьком пространстве совершает круговые движения, круговые полеты. Смотреть на это, я скажу, очень красиво. В данный момент сейчас полет на стадии 3 минут. Еще хватит аккумулятора минуты на 3, как, наверное, минимум. Ведь, тем более при таких маленьких нагрузках это не сильно разряжает бортовой аккумулятор. Опять зависание кабины к пилоту. И мягкий разворот. Вот они, маленькие низкие круги, недалеко от пола. Очень опасное было сближение, очень опасное сближение. Но видно, наверное, и чувствуется, что прекрасное. Вертолет прекрасно поддается пилотированию. Полет практически около 5 минут. 2 минуты еще, как минимум. Вертолет будет в полете.
посадка. Или подключить плена сейчас. Это зависание боком на меня, как будто меня получается это кабинкой. Резкий разворот. И, наверное, скоро будет уже посадка. Низкое сближение около земли и посадка. Нет, посадки еще пока нету. Минута полета еще будет, это точно. Очень маленькие, медленные, аккуратные и красивые круги. Небольшой, аккуратный, мягкий вираж. Вот сейчас, наверное, будет очень интересный маневр на посадку на стол. Надо освободить пространство. И это очень... В последнее время это, конечно, довольно рискованное занятие, но Александр уже привык. Аккуратная посадка на стол завершилась. Как впечатление от полета? Нормально, нормально. Регулятор хороший. Сейчас придет, если прибудет Марк Петрович, мы попросим его разобраться с этим вопросом. Реализован какой-то супер-супер-супер мягкий старт. Моего понимания не хватает в решении этого вопроса. Попросим Марка Петровича. Вот если только он приедет, я думаю, все будет, станет намного лучше.